слушай, ну, мелкий, ну вот это уже совсем другое дело. Сральник с балкона убрали? Убрали, молодцы. Кровать твою со шкафа сняли? Сняли, молодцы. Вот моя кровать, ты смотри, как она обустроена. Книжечку взял с полочки, почитал. Кофеечек взял с полочки, выпил. Тут цветочки, пахнуть будет хорошо. Тут, правда, проблема в том, что... Ну, поспишь ты у меня в ногах. Ну, понюхаешь там пару разочков носочки. Ну, потом мы в другое место тебе кровать переложим. Да я обещаю. Ну, а чё некомфортно-то? Ножик убери. А чё некомфортно-то? Ну, полежу я вот так. Ну, давай, ложись. Ляж. Ну, ляж ты. Ляж, давай не умничай. Ляж. Не сядь, а ляж. Нормально. На задницу ляж. Вот. Ну, чё тебе мои ноги здесь мешают? Ну вот, ну все, полежи, все нормально. Не, ну слушай, в предыдущей серии, конечно, Джамшут и вот это Равшаль меня подвели, но сейчас нормально. Ты смотри, какие они молодцы, сразу все сделали. Возле твоей кровати сразу же будильник поставили, чтобы ты в школу вставал. И сразу же книги тебе поставили, чтобы ты домашнее вот это задание делал. Ну все нормально, мелкий, все нормально. Правда, сральник сразу возле входа, это не очень мне нравится. А это что такое? Что эта фигня съезжает, не могу понять. Что-то освежает. Ладно, пошли. Насяльник Эллерган Гейдрек... Лержан Гейдрек... Что? Кого? Я вижу, вам здесь весело, да? Да, насяльника, да. Алнах, чвек! Равшан, ты лучше вообще молчи, я не понимаю, что ты говоришь. Ну все, успокойтесь, хватит танцевать уже. Эйшбек дебржбек, заткнись! Ну все, ну хватит! Или вы радуетесь то, что у меня ремонт закончили, да? Поэтому первый ваш готовый ремонт в жизни? Да, насяльника, да. Слушайте, ну смотрите, я вам хотел заплатить 150 золотых монет за то, что вы наконец-то уже более-менее дома у меня все сделали годное. Давайте так, кто из вас лучше станцует у меня дома, если у вас такая горячая кровь, и вам прям в пляске так и хочется пуститься. Кто у меня дома станцует лучше всего, тому заплачу на 100 золотых монет больше. То есть заплачу не 150, а 200. Хорошо, насяльника, подвинься. Давай. Сейчас, мелкий, посмотрим представление напоследок. Заходи. Кто первый? Готов, брат, готов. Давай, Джамшутик, рви танцпол, брат, давай. Ну, слушайте, пацаны, если я вам каждому не дам по 100 золотых монет, это просто грех какой-то. Все проваливайте, пожалуйста, чтобы глаза мои ваши никогда не видели. Слушайте, да вам, может, тогда не рабочими надо быть, а может, вам куда-то там в передачу танцы на какой там, на ТНТ надо пойти, или там на Первый канал, я не знаю, где вот эти передачи идут. Ладно, пацаны, удачи, вам тоже удачи, пацаны, давайте, удачи всем, давайте, передавайте там. И детям, да, и вам тоже, всем детям удачи там, да. И женам, угу. Пока. И дочери вашей вот этой маленькой привет передайте. Ты моя дочень? Мелкий, успокойся. Ну перепутал он тебя. Да, меня-то за что? Ну перепутал он тебя с девочкой маленькой. Да, биту убери, ты мелкого рипи. Ты хочешь мне голову сломать или что? Не ребенок, а сатана. Значит, тебя, мелкий, иди сюда. Да выйди ты, выйди. Ну перепутали тебя с девочкой, ну с кем не бывают. Ну ты смазливенький просто, ну есть черты девочки. Ну ладно, я пошутил, ножики убери, убери ножики.
Будешь хулиганить, будешь меня бить, скоро Новый год, Дед Мороз тебе не подарок подарит, а метлу в задницу. А? Как-то такое предложение. Конячку оставь свою, оставь конячку и давай пешком. Совсем обленился уже. Мы-то сегодня идем дела делать наши бизнесменские. Перед тем, как продолжить настоящую жизнь ютубера, перед тем, как разбираться дальше со всеми нашими проблемами, там, с бомжарой, когда он вот эту заправку построит, пятерочку откроет и все остальное. Мы-то сегодня с Мелким решили проверить, как наш ресторан работает, исходя из предыдущей серии. Мы же Маргариту Степановну, женушку Степы, или как ее там, Васильевна, Маргариту Степановну, женушку Степы на работу взяли. Сейчас посмотрим, как она здесь справляется с этой работой. Давай, Мелкий, проходи, проходи. Кушают, кушают, ты смотри, почти полный ресторан. Здравствуйте, Маргарита Степанова, рассказывайте. Как ваши дела здесь проходят? Я вижу, тут почти весь город ютуберов собрался. Гриша Педалькин, владелец автосалона. Михуил Михайлович, который... Даже Шкет этот мелкий, вот этот фермерский пацаненок. Здорово! Паршивец. Да-да-да, все хорошо. Ну, если хорошо, тогда... Тогда хорошо, логично. Только бы лишняя пара рук не помешала бы. Не справляюсь я. Да? А с чем не справляетесь? А что такого сложного в этой работе? Я не справляюсь, не успеваю готовить, заказы принимать и за кассой стоять. Слушайте, ну я уже сегодня думал перед тем, как сюда прийти, то, что вам не хватает поваренских рук, то есть вам повара сюда не хватает. Вы-то хоть и умеете готовить, но повар бы вам здесь точно не помешал. Слушай, мелкий, так ты готовить же умеешь, может, ты тут работать будешь? Да? Я вообще ожидал то, что он нет ответит. Ну тогда смотри, мы тебя из школы выгоняем. Хотя, не-не-не-не, ты в школу будешь ходить в первую смену, будешь приходить сюда и работать во вторую смену. А потом в третью смену будешь идти домой и делать домашнее задание. Как тебе такое? Ну соглашайся. Хочешь здесь работать? Ну я подумаю, если будешь себя хорошо вести. Так, ладно, кто у нас здесь есть? Даже риэлторка пришла, риэлторка, Елена Витря... Рикардо! Рикардо! Здравствуй, дорогой! Так, у Рикардо надо спросить. Рикардо, как пицца? Нравится тебе? Я вижу, ты тут уже с новеньким каким-то познакомился. Кто это вообще такой? Да, пупсик? Пицца как тебе? Это мой папочка. Слушай, ну я... Вы как-то не очень похожи. Прям вообще не похожи. Он точно твой папочка. А пицца очень хорошая. Ну, вот это я и хотел услышать. Все, спасибо. Так, Михуил здесь. Тебе как? Белобрысый наш, щекастый. Бе! Лучше бы подавали обычную воду, нежели эту дрянь. Чё тебе все не нравится в этой жизни? Ну и проваливай давай отсюда, ёханый бабай! Проваль, да, провали! Ха-пу, ужасный ресторан! Мелкий, выбей ему зуб. Зуб, выбей ему зуб. Проваливай отсюда. Да, да, все. Рогаткой в лоб выстрели ему. Пошли, мелкий, пошли. Ты смотри, наглый какой. Маргарита Степановна, пройдите, пожалуйста, сюда. И ты, мелкий, тоже. Пройдите. Михалыч с Григорием Педалькиным сидит, тортики кушают. Ладно. Не мое дело, но я вижу то, что дружба у них там очень близкая. Короче, давайте сделаем так, Маргарита Степановна. Первый человек, который с этого момента когда-либо зайдет в этот ресторан, я ему сразу же предложу работу повара. Как вам такая идея? Хорошо? Ну, мы ждем. Ринат Гамбубекович? Это же учитель мелкого. Мелкий, прячься, прячься под стол, прячься под стол! Здравствуйте, тут есть... Иди обслужи клиента, Маргарита Степановна, идите обслужите клиента. Ринат Гамбубекович, здравствуйте. Сколько лет, сколько зим мы бы с вами еще не виделись. Какими судьбами вас сюда что завело? О, здравствуйте, вы же папа мелкого. Ну, типа того, да. Приемный, конечно, сводный. А где же ваш мелкий?
А где же мой мелкий? Слушайте. Да болеет! Болеет! Да, да вы помните то, что он руку сломал? Ну там вот до сих пор там гипс ему не сняли. Он потом гипс сняли, он еще раз руку сломал. Это второй раз в одном месте руку сломал. Ну, а у него больничный у него. Вот. Скоро вот выпишем его с больничного, скоро вып. А у него. А, кстати, мы ходили к врачу проверяться, так у него еще и глисты появились. Да мы вообще не знаем, что с мелким делать. Да я ему уже там. И... Я ему там уже и активированный уголь, вот это прописал. Глисты как были, так и остались. Вот, не. Рогатку спрячь, спалишься сейчас перед Ренатом. Ну смотрите, если ваш мелкий не явится завтра в школу, то я пойду, пожалуй, с директору и его отчислят. Мне очень даже интересно, почему, в принципе, мелкий... Хватит стрелять в потолок. Почему, в принципе, мелкий прогуливает школу? Мелкий, мне интересно, почему ты, ёхану бабай, прогуливаешь школу? Успокойся! Тебе гипс уже сняли, как 2 недели назад, и почему школу прогуливаешься? Ладно. Ребят, подойдите к кассе, пожалуйста. Сейчас, подождите секундочку, сейчас секунду. Мелкий, вставай и выползай с этого ресторана. Иди на улицу, пока тебя не свалили. Давай. Давай. Да ползи ты уже, давай. Пополз. Ой, ладно, все будет, Ренат Гамбубекович, все будет хорошо. Слушайте, а я тут с Маргаритой Степановной договорился, там, первый человек, который зайдет ко мне в ресторан, я ему предложу работу повара. Вы как на это реагируете? Не хотите здесь у меня поваром поработать, а? Вы дурак? А чё? У меня докторская. Кого? Колбаса, что ли? Я кандидат наук. Какой повар? Я профессор. Ой, раскудахтался-то тут как, раскудахтался. Мелкий, ты там? Подпрыгни. Молодец, пошли. Ренат, пройдемте, у меня к вам деловое бизнесменское предложение есть. Пройдем, проходите вперед, проходите, выходите. Покушайте в следующий раз, проходите. Маргарита Степановна, Маргарита, встретимся с вами в следующей серии. Я обещаю то, что повара я вам найду. Все, давай. Подождите. Пошли, Мерки, пошли. Только не пались, пошли. В общем, Ренат, мы сейчас отправимся в мой магазин вот этот одежды. Ренат, пройдемте. И вы тоже пройдемте, Ренат. В общем, у меня к вам такое предложение, Ренат. Слушайте, а если я вам случайным образом прямо сейчас возьму там и выброшу на землю? Вот давайте 8 золотых монет. Вы сделаете вид, как будто их не было, вот, как будто не было эти 8 золотых монет. Вот, сделайте вид, то, что вы их не брали. И завтра мелкий получит 5 за четверть по математике. Случайным образом просто кто-то... Ну, не знаю. Ренат Гамбубекович, просто, ну, руку сломал. 2 раза в одном месте. Так плюс еще и глисты, и в последнее время лютая срачка-пердячка. Диарею где-то мелкий подхватил, не знаю, что с ним творится. Вот, вообще... Ладно. Ну так вот, если что, если он такую маленькую хотя бы 5 с плюсом получит, ему уже намного лучше станет, его выпишут там откуда там с домашней больницы. Он сейчас дома лежит, хворает, глисты лечит там. Мы ему каждый день по 3 клизмы вставляем прям. Вот вставили, потом сразу 2-ю, потом сразу 3-ю. Болеет, глисты лечим. Вот камни в небо летают куда-то. Хорошо, я понял. Так, ну, в принципе, все, Ренат Гамбубекович, скатертью дорога. Бедный мелкий, сколько глистов, да где он столько глистов набрался? Да все, успокойся, этот чебурашка, иди сюда. Thank you.